Він говорить, що ніколи не потрібно опускати руки. Маєш мрію – завжди йди вперед. Ми завжди за крок до успіху і найголовніше – не зупинятись. Сьогодні в київському сезоні з ексклюзиву, як завжди, ексклюзивний гість. Шоумен, ведучий, соліст гурту GMG Band, нинішній продюсер телеканалу «Наш» Геворг Месропян. Вітаю тебе. Привіт, привіт. Нарешті два лінійних продюсери на одній території. Це, мабуть, глядачі можуть подумати, що в нас розпочався вірменський сезон. Тигран Хачатрян, Тигран Мартиросян, Геворг Месропян. Ну, розбавила Тигранов Геворгом, тому все нормально, армянський сезон. Я дуже рада тебе бачити. Взаємно, Валюш. Или як мені обращаться? Та як є, як госпожа ведуча. Ну, можна попроще. Добро, хорошо, Валь. Слухай. Зараз ти працюєш на телеканалі «Наш». Да. Паралельно створив гурт GMG Band із своїми друзями в Києві, можна сказати. Але ви виступаєте по всій території України. Да, совершенно верно. І окрім цього, співведучий в Color It. Да, це теж є. Все це сформувалось в тебе тоді, коли ти завітав саме до столиці, в принципі. Про це ми ще поговоримо. Хорошо. Але розпочати інтерв'ю хочу з того, як ти починав все це, творчість свою саме? З дитячих років ще. Яку творчість ти обрав на початку? З чого ти починав? Ой, якщо вспоминати з самого дитинства, то це було по школі. У мене була вчительниця музики, і вона, мабуть, і внедрила в мене якісь ось ці нотки музики, що петь, музика – це все добре, це іскусство. От в цю сторону можна розвиватися. І в дитинстві почав петь. А скільки тобі було років тоді? Ну, це начальні класи, перший і третій клас. В третьому класі, я от, як зараз пам'ятаю, прямо на глазах у мене. Я в третьому класі, мені учительниця музики дала солюючу пісню. Ця пісня була «Мамонтенка». От мої однокласники, якщо ви будете дивитися, ви вспомните цей момент. І я вийшов перед всім класом, перед всіми батьками, спів, і це мами розплакались, однокласники сміялись, тому що, ми діти, ніхто не розуміє, що відбувається, просто чоловік вийшов і поє. Звісно, смішно. Згодом ти навчався в ДЮЦІ, дитячий центр юнацтва та творчості. Давай згадаємо, передамо привіт. Нещодавно вони до випускників так звертались. Ти, здається, також записував відео і запрошував дітей навчатись. Да, конечно, конечно. Кроме школи, надо обязательно учиться дітям в каких-то, паралельних учебних заведеннях, таких як ДЮЦ. Я вот, допустим, я слишком поздно туда дошел. Я туда пришел, на самом деле, уже не в школе и даже не юноша. Я уже туда пришел, будучи курсантом летной академии. Я был на втором курсе, я был самый старший в коллективе. Это был коллектив «Антарес». Алена Сергеевна, я вас уважаю, люблю, целую, вам спасибо за все. И вот я туда пришел уже 19-летним парнем, который хочет петь, потому что все это время не пел, а вот здесь захотелось. И вот на втором курсе я пришел в ДЮЦ. И в принципе, всем родителям советую для того, чтобы ребенок развивался всесторонне. Это и вправду, то есть искусство, это открывает в ребенке какие-то зажатости, которые там есть, возможно, в семье, но кто-то не говорит, там отец не говорит или мать не говорит с ребенком, что-то не узнает. А в таких заведениях обычно преподаватели, педагоги помогают открываться детям. Позашкільна освіта. Да, конечно. Тобі було 19 років. Аж 19 років, коли ти завітав до ДЮЦу. Да. Скільки ти там навчався, чи ти і працював там? Чи ти лише навчався? Ні, я не работал там. Я тільки учился в 19 лет. Ну, то есть, и как сказать, что я учился? Я ходил просто на занятия по вокалу вместе с ансамблем. Мы потом ездили на какие-то конкурсы, там, Днепропетровск, там были на Западную Украину ездили. Я вот лично потом сам ездил на Виноградов, там, Новояворевск, это Западная Украина, там прикольные городки такие. Ну, я просто ходил на вокал и учился у Алены Сергеевны к какому-то мастерству. Она мне, в принципе, очень помогла в этом. Тоді ти лише ходив на вокал, да. А зараз це вже, можна сказати, частина твого життя і професія, одна із. Ну,
профессией сложно сказать это, ну, назвать вокал. Вокал — это все-таки какое-то вот любимое дело, это хобби, и это вот я считаю, вот для себя я как-то решил последние пару лет, что есть такое слово, как предназначение в жизни. И я вот, походу, нашел свое предназначение — это петь, это выступать на сцене, это быть вот так вот, ну, как бы зрители вот впереди, и они должны радоваться тому, что вот этот человек делает на сцене. И рядом с ним стоящие — это мої ребята, мої музиканти. Батьки не заважали тобі у твоєму виборі? Нет, абсолютно нет. Никто ну, не был против. Однажды, конечно, мама говорила, что, мол, да вот, ну что такое ну, выступать, займись все-таки серьезным делом, надо как бы уже работать, а ты все еще играешься. Но потом, когда мама поняла, что в принципе тем, чем я занимаюсь, это может перекрывать какие-то мои расходы, мой комфорт как бы обеспечивать, то она перестала уже такое говорить. И, в принципе, и продолжала радоваться. Она до этого радовалась. Радовалась моим успехам всяким, когда я выступал на каких-то конкурсах, как я в 11 классе на выпускном вышел и спел песню про родителей. Это с этого... Помолимся за родителей. Да, помолимся за родителей. С этого, в принципе, наверное, можно сказать, и началась вот эта история, что я полюбил сцену прям. Когда я вышел, спел, и вот все мои ровесники, все одноклассники, они встали, и я такой, нифига себе, то есть такое возможно, круто. Розкажи про своїх батьків. От ти маму згадав. Да. З кого складається твоя родина? Чим вони займаються? Яка вона? У меня родители мама, папа и два старших брата. Сейчас увеличилась семья, потому что мой старший брат женился, у него двое детей, жена, и вот у нас большая такая теперь семья. Вот. Ну, мама. Давай начнем с мамы. Хорошо. Мама — это очень главный, ну, самый главный, наверное, человек в моей жизни, потому что все-таки она воспитывала, и я, ну, все, ну, то есть сколько я себя знаю, столько я ее помню. Поэтому и главный человек в моей жизни, знаешь. Мама швея, она с самого детства, наверное, как детство, сколько там, с 12-13 лет она начала шить, и в принципе, она в этом нашла свое предназначение, как я и говорю, в принципе. И работает, у нее свой как бы небольшой ателье. Частный бизнес, угу. Да, ателье, и она там шьет, у нее там есть несколько коллег, с которыми она работает. В Кропивницком. В Кропивницком, да, в родном Кропивницком. Хотел сказать Кировограде, но Кропивницком. Батько. Отец водитель. Водитель маршрутного такси уже долгие годы, начиная с 90-х. Он в 90-х перевозил какие-то... Сначала с музыкантами ездил по Украине, по СНГ. А потом, когда уже вся семья перебралась в Кировоград, тогда Кировоград, сейчас Кропивницкий, то стал водителем маршрутного такси и до сих пор ездит. До сих пор... И причем я его говорю, ну, пап, тебе уже столько лет, как бы ты, может быть, уже... Может, не будешь работать, ему вот 63 года. Это, я не считаю, что это слишком много. Я считаю, что вот когда будет 153, тогда это будет 163, тогда это много. А сейчас 63 года — это вполне молодой мужчина. Давай так, нет, взрослый мужчина, давай вот так вот. Росквит. Да, росквит сил. Тем более ему как бы нянчить внуков, там, все эти дела, да. Ну, я, конечно, надеюсь, что я скоро им тоже подарю, пока нет. Но когда-то подарю в любом случае внуков. То говорю, пап, может, хватит уже работать, может, дома, там, домашним хозяйством будешь дома? Он говорит, нет. И говорит, если я перестану работать, то я уже, типа, меня не будет. А он такой работящий. Який номер маршрутки? Сейчас 77-й. Ездите, передавайте моему папе привет, ребят. Ти маєш вірменське походження, да. Ні для кого не секрет. Чи є у вас якісь вірменські традиції, чи залишились в сім'ї, в родині? І взагалі, як ви опинились на Україні? Давай розділимо цей вопрос. Давай спочатку про традиції, да? Да. Ну, із традиції, ну, я не знаю, що осталось. По-моєму, нічого не осталось. Ми вже асимілювали здесь, в Україні. Почуття гумору. Може бути, да, армянський юмор, армянське радіо серед нас як-то працює. Но із традиції, ну, збиратися з сім'єю – це наша сімейна традиція, коли от... стараться, по крайней мере, какие-то праздники, быть вместе. Ну, наверное, эта традиция у каждой семьи есть такая, и у каждых... Можливо, відношення до жінок, до дівчини? Ну, у нас есть такая традиция, вот в доме мужчина главный.
Ну, это как, ну, вот у меня дома всегда был папа главный. Если папа говорит вот так вот, значит, должно быть вот так вот. Но я в принципе, ну, я с этим относительно согласен. Ну, то есть, ну, в любом случае, компромиссы между мужчиной и женщиной, а тем более мужем и женой, должны быть, всегда быть какие-то компромиссы. Потому что один не может всегда властвовать. То есть, я не за патриархат, если что. Ну, что, я не женат, что? Я вышла замуж, показываю. Мои поздравления. Я, кстати, не поздравлял тебя. Бо ти не знав, мабуть. Наверное, нет. Дякую. А когда это? А, отак, встигла. Ти навчався в 6-й школі. Да. На той період, на той час, в принципі, багато вірмен було. Чи не виникало в дитинстві в тебе проблем через національність? Нет. Сприймали? Чи не сприймали? Було абсолютно таке? Не було ніяких проблем. Це, мабуть, якийсь вимушений питання. Було потім, як-то вже в взрослій житті були якісь моменти. Але в школі, наоборот, мені кажется, ми навіть, типу, от армяне були якісь такі всі... Вроде бы, знаешь, как, ну, нельзя так, конечно, разделять, но как будто бы, знаешь, такие топовые чуваки. Но были, понятное дело, из армян были и ребята, которые там под школой стоят, там что-то курят, что-то там решают какие-то вопросы. А были, ну, другие армяне, которые учились, занимались, каким-то творчеством занимались. Мы вот там с некоторыми из ребят занимались КВНом, мы играли, то есть развивались в эту сторону. Ну, ни в коем случае. Но к нам не было, ну, по крайней мере, ко мне, я могу точно сказать, что ко мне не было никакого такого предвзятого отношения ни со стороны учащихся, ни со стороны преподавательского состава. Зрозуміло, що ти співав в шкільні роки, і ти згадав, що приймав участь в КВК. Розкажи про цей період. Да, это был период с старшей школы, 10-11 класс. Мой класс расформировали, и я попал в В-класс, а в В-классе там как раз преподавала учительница такая, Виктория Александровна Рацул. И я ей безумно благодарен за то, что она меня тогда заметила и позвала в команду школьную. Ну, там был у нас школьный фестиваль, на котором выступали все классы. У нас, кстати, была команда сборная армян имени Гарика Мартиросяна. Да, как, я не знаю, почему так, ну, 2008 или 2007 год, это, ну, наверное, тогда было популярно. Так. Топовый. Да, так. Топовый армянин, да, и, в принципе, он сейчас остается одним из топовых армян. Ну, Генрих Мхитарян есть, да, и Гарик Мартиросян. И вот тогда начался путь в КВН, Виктория Александровна позвала в школьную команду, и так далее мы уже с ребятами выступали на всеукраинском уровне, выигрывали фестивали, проходили финалы, делили там буквально в 0,2, проигрывали кого-то, кого-то выигрывали. Ну, то есть это было очень интересный, был очень интересный опыт, и я безумно благодарен Виктории Александровне за то, что она открыла для меня мир искусства. І, можливо, завдячуючи цьому, навіть була Ліга сміху в твоєму житті. Про це ще поговоримо. Да, це потім. Іменно поэтому, я б сказав би. Ти навчався в льотній академії. Да. Співак, там, КВН. Чому льотна академія? Як з'явилась? Чому обрав саме цей заклад? Льотна академія в моїй житті з'явилася із інтересу і із... того, что выбрать нечего было, ну, для меня, по крайней мере. Когда я закончил школу, я понимал, что у моих родителей, ну, они обычные работящие люди, и у них нет возможности меня куда-то устроить, там, условно, куда-то в Киев, в там, Глиера, куда бы я, может быть, хотел бы как вокалист поступить. Но тогда я этого не понимал. Но все равно я хотел как-то переехать, но не было возможности. Поэтому я выбирал из того, что есть. А из того, что есть, самое лучшее престижное заведение было Летная академия. И когда я пришел, почему я говорю из интереса, я пришел поступать, я подавал документы, мне говорят, вот пройди медкомиссию. Я там, ну ладно, пойду медкомиссию, пройду. Они такие, вот пройди профотбор. Профотбор, что это такое? Ну, прошел. Потом типа, вот физподготовку давай пройди. Ну ничего себе, куда я поступаю вообще, что это происходит? Я прошел физподготовку, ну по всем статьям я был... Все этапы. Да, все этапы прошел, и когда в конце мне объявляют, говорят, ну смотри, ты прошел на бюджетное место как диспетчер и как пилот. Выбирай.
Тобто ти ще на бюджетне місце потрапив? Да, да, я на бюджеті учился. І... Так що обрав? Вибрав, спочатку вибрав, от, правда, вибрав диспетчера поначалу, тому що розумів, що, типу, пілот – це великі гроші, ну, як же ж так, а диспетчера може, в принципі, вивчитися і стати. Но потім, ну, мене переубедив тогда, ну, в приемной комиссии, он был главой приемной комиссии, а сейчас не знаю, он работает там, он был зав кафедры физической подготовки, вот. И он мне говорит, мол, давай на пилота, такие ребята, как ты здоровый, ты умный, ты лучше всех прошел профотбор, и это правда, так мне, по крайней мере, он сказал. Не знаю, правда ли. Но в любом случае, он мне говорит, такие ребята нужны на пилота, поэтому давай все-таки выбирай вот эту профессию. И тогда я уже передумал и выбрал специальность пилот. В чем я не ошибся? Там я встретил кучу друзей, там с академии мой кум, я его очень обожаю, нашего мелкого крестного тоже. Зважаючи на те, що на професію пілота дійсно потрібна дуже велика кількість коштів. На польоти там, і так далі, на навчання. Як ти подолав цей етап? Ну, я не пройшов практику льотну. Я как-то, ну, в стране, на самом деле, положение экономическое не сильно хорошее, и в то время-то оно было тоже не очень хорошее, поэтому подготовить пилотов, она, ну, чтобы подготовить одного пилота, ну, сейчас я не знаю, какая сумма, но тогда это было порядка 500 000 гривен. То есть на одного человека. А государство... Це мають бути інвестори, чи держава, чи ти самостійно маєш платити? Ну, по ідеї, якщо ти на бюджеті учишся, то государство должно платить за тебя, то есть все эти часы. Но я понимаю, почему государство не платило, потому что такие курсанты, за которых там условно могли бы заплатить, они бы уехали бы куда-то в другое место работать. А в Украине, к сожалению, из-за того, что инфраструктура и транспорт и все это не сильно развито, нет государственных авиакомпаний, которые, собственно, вот государство заплатило за этих ребят, они отучились 5 лет. И взяли на работу. Да, и взяли на работу. Угу. И вот работайте, пожалуйста, по контракту 5 лет, допустим. Это был бы идеальный план для пилотов, потому что я помню, когда я учился, сколько ребят горели этим, чтобы работать, летать, они хотели в небо, они хотели вот это все чувствовать, там, нагрузку, G на себе, все это, ну, это, ну, на самом деле, это крутое чувство. Я поднимался в воздух за штурвалом, то это очень круто, очень круто. И я видел просто стремление этих ребят, и когда у них, ну, нет возможности, ну, нет у родителей денег таких, надо продавать квартиры, дома, машины, чтобы заплатить за практику. И не было такой возможности, а это был бы идеальный вариант, чтобы через государство попасть в эту сферу. Лига смеху, битва хорів, голос країни і так далі. Як ці проекти з'явились в твоєму житті? Ну, «Голос країни» я не участвував. Я був там на предварительних кастингах, но не участвував в телевізійному. Поэтому можна це вичеркнути з списка. У мене, по-моєму, в списке нигде нет этого. «Битва хоров». Вот это 2013 год, это мой первый проект, на который я прошел. И это тоже благодаря Алене Сергеевне Дороганич из «Дюца», потому что мы всем ансамблем пошли на кастинг. Ну, «Битва хоров», значит, хором мы и пришли, как бы, да? Ну, нашим ансамблем. Очень круто спели. Тогда, я помню, продюсеры были в шоке, потому что у нас была очень сложная песня. «The Real Group Words» песня называется. И тогда все разложено по голосам. И когда нас остановили, типа, ну вот, все отлично, хорошо. И давайте по отдельности знакомиться с каждым. И у каждого спрашивали, чем ты занимаешься. И никто, ни единый человек, не было музыкального образования. Ни у кого. И этот, ну, как бы, музыкальный продюсер в шоке. Как его? Рубен... Его звали Рубен, вот, точно знаю. И он, собственно, в шоке сидит, говорит, а как это так, у вас музыкального образования нет, а вы вот так поете? А вот наш преподаватель, это она нас научила. Вы перемогли, так, в цьому конкурсі, здається? Нет, нет. Мы ансамблем мы пошли туда, но потом, к сожалению, ну, продюсеры шоу решили, что нужно разделить. Вот есть Геворг, ну тогда Гиви, ну, меня так называют, то есть Гиви, а есть Антарес. Давайте разделим вот этого человека, мы возьмем там в этот в шоу.
Тогда я прошел в киевский хор, меня взяли. Там были безумно талантливые ребята. У нас был наш как бы звездный тренер, это был Владимир Гришко. Гришко, так. Да, мы с ним там познакомились. Он нам обещал многое, но ничего не получилось, давай так. А да. Что обещал? Ну, когда... После проекта? Да, угу. Да, после проекта он говорил, что вот, мне правда нравится ваш хор, и вот у меня будет концерт в Палаце Украина, потом туром мы будем ездить. Я бы очень хотел, чтобы ваш хор с нами ездил и выступал. Это было бы очень круто, на самом деле, ну, почувствовать вот такие вот концерты большие, потому что из того, что я чувствовал по жизни, это были там... ну, самый большой концерт в моей жизни это был в Одессе на Юморине. Там было около 100 тысяч человек. Вот прям зрителей было так много. Но я бы хотел почувствовать таким вот туром, поехать ну, с такой большой звездой, как Гришко. Які ще музикальні проекти були подібного плану? Ну, подобного плана не было, потому что «Битва хоров» — это, ну, очень крутой проект. Я не понимаю, почему... Не, хотя я понимаю, почему он рейтингом не этот, потому что в 13-м году, конец 13-го года, это как раз на тот момент и выпало, начало 14-го Криза. Года. Да, кризис. Это другие проекты. «Спевай, як зірка» был проект такой на канале «Украина». Я там также участвовал. Этот проект запомнился тем, что знакомством с Кузьмой. Uh-huh. Андрей Кузьменко. Я помню, еще на улицу вышел. Как раз я еще тогда курил. Я, кстати, бросил курить. Так, витаю. Спасибо. Это спасибо маме. Мама очень долго просила меня, говорила, что брось курить, брось курить. Вот бросил, бам, тебе, для тебя. И для себя, естественно. Вот, знакомство с Андреем Кузьменко, это было на улице, мы вышли как раз на перекур, это после эфира, и он такой говорит, братка, да ты нормально співаєш, ты вибач, що я тобі відмовив, типа там, то-то за малу треба було. Я говорю, да, дякую, дякую, ну, на українском каком-то сломанном, угу. Таким українським говорив с ним, но он, от него веяло позитивом, веяло всем вот этим искусством, классный чувак был. Був, так, на жаль. Ліга сміху. Ой, ну «Лига смеха» — это проект совсем такой... Он очень долгий в моей жизни, потому что я все-таки играл никак КВН. Никак не завершится. Ну да, да, никак не может закончиться в моей жизни. Так сложилось, что я играл в КВН, и мне это ну, не давало покоя все остальное, ну все дальше мое существование. Когда в «Лётке» учился, я в «Лётке» создавал команду какую-то, пытался играть в КВН, но нет, не получилось. Там потом чуть дальше прошло, меня ребята с нашего города позвали, это Крендель, Тушевский, они меня позвали, Дима Лагодный. Сказали, что, мол, давай соберемся, поедем на фестиваль, вот «Лига смеха» открывается. Вот поедем на фестиваль. Поехали, попробовали, что-то вышло, что-то не вышло. Следующий год отыграли еще где-то, потом еще один год. И как-то так сложилось, что наша команда распалась. Ну как сложилось? У нас просто нас перестали спонсировать в городе, а за свои деньги ездить очень сложно, потому что это реально большие, большие деньги. И тогда перестали играть, но меня позвали в команду сборной армян. Да, меня позвали, ну, наверное, логично, что я там оказался, да. Ну, там вышло, там вышло. Мы за один год... Вы даже в эфирах были? Да, да, мы за один год в Одесской лиге смеха сделали правильное направление, как говорил наш редактор, встали на рельсы, которые нужны были. Вот мы на них встали и поехали. Наш поезд сборной армян начал ехать. Мы дошли до финала Одесской лиги смеха. А на следующий год, уже в 2018-м, получается, прошли на телевизионную лигу. Уже там у нас ведущий Владимир Александрович был. Я этим горжусь, потому что ну, я знаком лично с президентом. Это очень круто. Дико душевный человек, очень классный. И вот в 2018-м, собственно, прошли на телевизионную лигу смеха. Там у нас был тренер Евгений Кошевой. И были там довольно-таки долго, 4 эфира, плюс еще потом зимний кубок был. Сколько в загалом кастингов ты відвідав? О, это хороший вопрос. Не знаю, наверное, очень много. Були різні кастинги в моїй житті. Як ти відновлював сили, коли тобі відмовляли? І чи часто таке було?
Слушай, ну, слышать отказ – это вполне нормально. Я считаю, и завжди неприємно. Ну, как-то я стал уже абстрагироваться от этого, что, мол, типа, отказали, все, типа, значит, я не такой, значит... Нет, на самом деле каждый из нас индивидуален, и если в этом году не получилось что-то, допустим, да, там, условно, «Голос Украины», прийти, угу, попробовать, поучаствовать, это же все-таки открытое шоу. Если что-то не получилось, это не значит, что ты плохо поешь или у тебя что-то там, что-то с тобой не то. Нет, в этом году, возможно, ты не подходишь. Возможно, есть определенный сценарий. Ну, невозможно, а точно. Такие шоу обычно делаются под определенную гребенку. То есть вот есть вот такие вот люди, надо вот такой вот типаж. Зрештою, ти прийняв рішення переїхати до столиці, да, до Києва. Як ти для себе прийняв його, при яких обставинах і як потрапив на телеканал «Наш»? Обстоятельства були такі. Как-то у моего кума на дне рождения сидели, отдыхали, выпивали, и там был его хороший товарищ, уже и мой хороший товарищ. И он меня спрашивает, мол, а ты же вот это в Лиге смеха, да, вот это участвовал, да, и где ты? Я говорю, да вот в Кировограде, как бы, в, ну, Кропивницком выступаю, там, на всяких концертах, на частных мероприятиях. И что? Я говорю, да вот как-то так. Он говорит, а в Киев не хочешь переехать? Я говорю, ну, в принципе, можно было бы. И он мне говорит, давай я тебе и работу дам, и все дам, типа, и проживание, и все, все, все. Главное, переедь. Ну, просто говорит, ну, ты нормальный чувак. Прикольно. Получилось, я переехал. Со временем, как раз у нас там зимний кубок был, игра, и я на игру пошел. Ну, с работой не сложилось, потому что, ну, не мое. И он тоже видел, что это не мое, и, в принципе, не хотел меня так держать, чтобы, типа... Он мне просто дал первый шаг, и за что ему очень благодарен. Зачепитесь. Да, он мне, он мне прям вот такую прям удочку кинул, знаешь, захватил и просто говорит, иди сюда, в Киев. Ну вот, и вот я здесь. А потом как-то встретились с моими друзьями Женей Дудником, Тиграном, как-то поговорили, они говорят, ну вот ты переехал в Киев, а что ты не звонишь, не пишешь, ну а что ты так? Я говорю, да блин, ну как-то время, и как-то это. Они говорят, да блин, ну мы же друзья, мы все дела, ну давай, мы вот будем скоро открывать телеканал «Наш», это большая история. И, в принципе, для тебя тоже там роль найдется. Мы понимаем, что ты умеешь, что ты можешь. Ну, в общем, как-то так сложилось. И вот начал работать на нашем телеканале. Чем зараз займаешься там? Я линейный продюсер, я так и продолжаю быть с ним на нашем телеканале. А я экс-линейный продюсер. Да, мы вместе работали. Да, кто не знал, мы вместе работали с Валей. Это полтора... Можно загадать обожание. Два линейных продюсера. Да, ну, занимаюсь все тем же, если ты знаешь. Ну, организация съемочного процесса, слежу за технической частью студии, занимаюсь организацией интервью разных там. Вот у нас есть такой Андрей Бузаров, вот его интервьюшки в разных... Такого типа, как, кстати, как у тебя, с послами разных стран мы тоже организовываем, я на этом, на площадках участвую. GMG Band. Да. Розповідай. Ой, GMG Band появился... Ти, я перепрошую, ти раніше виступав загалом як, в одиначку, так? Да, соліст. Один, да, соліст. Соліст, вокаліст. Зараз же ти вирішив вже групу створити. Да. Чи пішло все? Я тебе так скажу, вместе веселее. Вот так лучше, потому что я когда один выступал, это все равно как бы меня удовлетворяет, что я выступаю, что я так, но когда я разворачиваюсь и вижу возле себя ребят, да, это силы такие придает. И я вижу у них в глазах, когда они горят, когда выступают. И я понимаю, что, скорее всего, у меня такая же история в моих глазах. Поэтому оно как-то, вот этот симбиоз вот этих всех творческих ребят и получает, дает вот эту энергетику. Получилось. Мне нравится этот проект. Я бы, ну, сейчас он называется проектом, но это на самом деле мы как такой... Скопление друзей, вот такое вот, вот так скажу. Скопление друзей, вот которые... Творчих однодумців. Да, да. Одної ідеї йду. Чого от хочеться? Яка головна ціль? Якийсь великий концерт на стадіоні чи в палаці? Чи, можливо, просто популярність? От чого хочеться? Ні, просто популярність – це не прикольно.
Просто деньги — это не прикольно. Мне вообще самая высокая цель, которую я хотел бы добиться, конечно, я понимаю, что это настолько сложно и, может быть, даже нереально. Хотелось бы что-нибудь добавить новое вот в музыке, в самом искусстве в этом. Контенту. Да, чтобы типа вот говорили, да, там условно, вот это сделал Рэй Чарльз, придумал соул, да, там условно, там Майкл Джексон придумал вот так вот танцевать лунную походку, а вот Геворг Месрапян сделал вот это. Вот это я не понимаю, что... Стандартные амбиции. Не, ну я не говорю, что я настолько крутой, как они. Нет, это просто боги этого искусства. Это топовые чуваки. Майкл Джексон был вообще любимый вокалист. Но я бы хотел бы до этого дойти. Это главная цель. Раньше с друзьями часто играл в бильярд. Твой пост. Это очень интересная игра. Не просто шары погонять. И здесь дело точности, расчета и в целом геометрии. Со слов «раньше с друзьями» можно начать много рассказов. Раньше было ярче. Не говорю, что сейчас хуже. Нет, но раньше ярче. Сейчас по-другому. Чому ти написав цей пост? Це, як це пов'язано з твоїми друзями? Чи, можливо, з переїздом до Києва їх коло змінилось? Або ж в яку сторону, принаймні, змінилось? В гіршу, в кращу? Раніше це просто була така, знаєш, життя, коли ти ні о чому не думаєш. Вот, это там школьная, студенческая жизнь, когда нет никаких привязанностей ни к чему. И вот это моя компания друзей, которая в Кировограде осталась. Некоторые, конечно, тоже поуезжали. Но тогда мы гуляли, тусовались. Это было... Ну, мы в бильярд. Я в бильярд, я так скажу. Мы играли практически каждую неделю. Бывало, днями там зависали. Отдыхали просто погонять шары. Это прикольно. Друг с другом. Конкуренция. Какое-то соревнование. Ну... Вся жизнь была вот такая вот, что гулять, тусоваться. Но сейчас, ну опять же, мы взрослеем, и в принципе приходит тот возраст, когда нужно ставить себя, потому что потом, когда будет 45, мы такие, а что ж мы сделали за эти годы, а? Что произошло? Ну, поэтому сейчас не хуже, я так и написал, не хуже, по-другому. Сейчас надо просто ставить себя. Поэтому круг друзей, он не изменился, он в принципе тот и остался. Я редко завожу новые такие долгосрочные, ну, как сказать, не долгосрочные, а вот я редко завожу друзей, с которыми я, которым я могу открываться. Вот практически полностью, с которыми мне будет комфортно, вот редко. Поэтому тот круг друзей, который был, тот и, в принципе, и остался. Кохану людину маешь зараз? Нет, нет, я холостяк, я сердце свободно. Прям освободилась, давай так. А от можеш описати свої стосунки, які були в тебе в житті, от найсерйозніші, коли ти так закохався по вуха, що досі не можеш забути? Чи було таке? Було, було таке. Було таке, влюблявся. Не, ну, влюбленность вообще, это, как бы, наверное, мое, потому что я просто вижу прекрасную, хорошую, красивую девушку. Я готов восхищаться красотой девушек вообще в принципе. Не в том смысле, что я там какой-то, типа, Казанова или кто-то. Нет, просто мне эстетически это красиво, мне это нравится. Влюблялся именно прям, чтобы по уши, давай так, честно, два раза. Два раза это было. И там, ну, я, наверное, как-то не слишком серьезно относился к этому, хотя и понимал, что вот оно сидит во мне, в глубине и в сердце, и в голове, и где-то там еще, и в принципе я живу и дышу этим человеком, но я как-то несерьезно к этому относился, поэтому ничего не складывалось. Не было прям таких дико серьезных отношений, чтобы я жил с человеком вместе, там, да, там что-то уже пытались создавать, какой-то быт, такого не было. А зараз готовый до новых відносин? Ну, мне кажется, что да. Мне кажется, что я повзрослел, тем более посмотрев свою историю, свой опыт. Мне кажется, что я сделал свои выводы, посмотрел на свои ошибки и понимаю, что вот в таких моментах надо поступать как-то по-другому. А вот якою має бути жінка, дівчина Геворга Месрапяна?
Абсолютно любой. Честно, и у меня нет никаких стандартов, что, знаешь, типа там блондинка или брюнетка или там тогда. Нет, я вот если вижу в глазах человека вот эту искорку, огонь, и, который есть у меня, вот если я увидел это, то значит, это будет мое. Если нет, то... Ну, наверное, это как-то с первого взгляда происходит. Вот, знаешь, типа, люди говорят, что да нет любви с первого взгляда, это все влюбленности, все дела. Мне кажется, что есть все-таки. Або зачепило, або не, так? Да, вот если, вот, знаешь, на крючок тебя взяла, все, тогда да. Знаєш, що ти наважився пригнути нещодавно з парашутом? Як взагалі прийшла до тебе ця ідея? Чи, можливо, ти мріяв про це? І які в тебе враження залишилися? Це... Я давно хотів, на самом деле, прыгнуть з парашутом. Просто ніяк не собиралась компанія, всі діла. А тут був мій день рождения, летом, в начале лета, в июні. Был мой день рождения, друзья мне звонят и говорят, типа, алло, с днем рождения, все дела, все-все-все. А что ты? Мы не знаем, что тебе подарить, поэтому мы тебе дарим этот сертификат, прыжок с парашютом. Я говорю, ничего себе, спасибо. Но я сначала не поверил в эту историю, потому что это было все по телефону, но потом, когда они мне звонят, это был вторник или понедельник, я не помню, а тут пятница. Алло, привет, привет. Ну что, ты завтра прыгаешь? Думаю, да. Давайте, конечно, да. Просто на следующий день мы идем с самого утра. Это было очень долго. У нас инструктаж проходил с 8 утра. С инструктором? Прыгали? Так. Наверное, нельзя говорить, но нет. Ты сам прыгал? Да, без инструктора. Як ти взагалі наважився, я не розумію. Ну, як це самому робити крок? Ще справа, коли інструктор є. Ну, я мрію також про цей вчинок, але з інструктором, без... Уже страшно. Слушай, мне кажется, с инструктором не те ощущения. Но я не знаю, но мне было, вот честно говорю, мне было абсолютно не страшно сделать этот шаг из самолета. В лепеху так в лепеху. Ну да, ну если, ну такова судьба, ну что ты поделаешь? Ну не открылся один, не открылся второй, ну извини, ты проиграл в этой жизни. Не, ну, прыгнул, и это, ну, я, честно говоря, хотел почувствовать вот это свободное падение, но мы прыгали с высоты 1200 метров, ну да, на самом деле чуть больше было, 1300, тут парашют сам открывался, это был спортивный парашют, как он называется, крыло. Skyline, по-моему, как-то так. Крыло такое, он вот такой вот образующий, и ним можно еще управлять. Ну, в принципе, прикольная штука, но я ожидал чуть-чуть большего. Я чуть-чуть больше адреналина ожидал. И мне кажется, что я готов прыгнуть с высоты 4200 без инструктора, хотя это нельзя, но я бы хотел попробовать в свободном падении полетать самому. А який экстрим ще хотів би спробувати? Ой, да на самом деле все, что есть. Вот, мне кажется, вот... Це я за наступний подарунок від друзів. Не, ну, я хочу, на самом деле, я никогда на лыжах не катался, и вот хочу этой зимой в январе поехать, какую-то компанию собрать друзей и поехать в Карпаты, в родные Карпаты, покататься на лыжах. А вообще, в принципе, я попробовал бы, наверное, вот все виды. Вот, наверное, баджи-джампинг не прыгнул бы. Потому что здесь может порваться просто этот трос. Це з моста? Да, с моста, когда прыгают, знаешь, с тросом этим. Мне кажется, это очень страшная история. Як ти відносишся до грошей? Чи вистачає тобі достатку в столиці? Деньги в моей жизни занимают очень такую своеобразную последнюю роль. Я, знаешь, вот для некоторых людей... смысл жизни – это деньги. Для некоторых людей там карьера, что-то еще. Для моей жизни смысл моей жизни вообще заключается в том, чтобы продолжить свой род. Это, наверное, естественное желание просто, ну, просто животного, как я. Ну, как, ну, просто человека. Будь-якой людины, да. В принципе. И я, в принципе, смысл моей жизни я вижу только в моих будущих детях и в их будущих детях, моих внуках и так далее. Вот в этом я вижу смысл. Поэтому деньги для меня это такое своеобразное просто что-то, что помогает комфортно жить. Вот я сейчас живу недостаточно, не в том
не в тех масштабах комфорта, которых я бы хотел бы, допустим, да, там, иметь свою студию в своем доме, иметь там какую-то машину просто, которая мне будет перевозить меня и мою, как бы, да, там, ну, там, что-то иметь такое. Я живу вполне нормально в однокомнатной квартире, успеваю за нее платить, успеваю и кушать, успеваю одеваться. То есть все нормально. В этом плане денег у меня нет никакой потребности. Но если есть спонсоры, ребята, поэтому включайтесь. Георг Месрапиан для вас. Шучу. Наостанок. Як ти вважаєш, чи зараз ти все правильно робиш для свого життя? Правильно ли? Давай так, если бы у меня была бы возможность вернуться обратно и что-то поменять, я бы ничего не менял бы. Но сказать правильно ли, а правильно с какой стороны? Моей или мамы, или папы? Правильно? А да, кто знает, как правильно? Я живу, как я живу, и оно как-то так складывается. Я рад, что на моем жизненном пути встречаются мне добрые люди, хорошие люди. Я благодарен, я не знаю, кому я благодарен за это, просто всему и благодарен за то, что на моем пути встречаются добрые, хорошие люди, которые помогают мне. Я, в свою очередь, стараюсь помогать им, чем могу. И вот это, наверное, моя правильная жизнь. Просто живи, как оно идет. Может быть, единственное, что может быть, это вот год назад бы или там 2 года назад бы, может, женился. Вот такое вот, знаешь, типа, чтобы раньше были дети. Вот это. Потому что мне сейчас 28, я не считаю, что мой возраст слишком, я не слишком стар, да, но я бы уже хотел бы в этом возрасте иметь детей. Но ничего страшного, все впереди. Еще все попереду. Конечно. Все будет. Бліц. Готовий? Ну, давай. Від чого ти б ніколи не відмовився? От маминої їди. Який подарунок бажаєш на Новий рік? Обнімашки. За яку футбольну команду вболіваєш? Динамо Київ. Динамо, да. За якого мера в Кропивницькому? Ну, наверное, Райкович. За якого мера в Києві? Ну, к сожалению, не за кого вообще, в принципе, тут голосовать, поэтому, наверное, Кличко. Що б ти побажав собі через 5 років? Яким ти себе бачиш? Воспитувати дітей, бро. Який мінус твого характеру? Наверное, увлеченность. От я слишком часто увлекаюсь чем-то, потім резко бросаю. Улюблена вірменська страва. Ну, это есть 2. Ну, хоровац – это шашлык. Ну, это по-любому, потому что я мясоед, я не вегетарианец. Сейчас все вегетарианцы выключили. И есть еще одно блюдо, которое мама делает, и я, в принципе, научился тоже его делать. Это из рагу овощной, из баклажанов, болгарского перца, помидоров, лука, петрушки, и там еще базилик, орегано. Так, чему я не куштувала досі це? Ой, ну, как-то попробуешь. Я сделаю, попробуешь. Ты зараз счастливый від того, что ты маешь? Счастливый? Слишком... Такое слово. Нет. Я еще недостаточно счастлив. Чего не вистачає для счастья? Наверное, вот этого больше искусства в моей жизни. Больше творчества. Хочется все-таки еще больше этого творчества в моей жизни. Больше людей вокруг себя иметь, которые горят такой же идеей, как и я. Хочется семьи, хочется детей. Я тобі бажаю, аби твій талант визнали всі на 100%, аби було стільки концертів і стільки людей на них, скільки ти бажаєш, аби твій контент, твої пісні співали ми. І сім'ю найголовніше. Спасибо большое. Все буде. Спасибо большое. Дякую, що завітав. Спасибо. Дякуємо вам за те, що ви з нами. До нових зустрічей.